Всем привет, дорогие мои друзья, хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Идол Героя. Ну что ж, поехали, пожалуй, да. Вначале заберем все, все, что нам дают. И, естественно, одним кликом. Так, отлично. Так, достижения. Мы прошли простой режим в Осиновом подземелье. Да, ребята, я прошел простой режим, как видите, мне дали 200 брюликов и 20 лямов. Стать VIP-1, так я же это сделал. Странно, почему мне опять дали... Что это за новости такие? Я же VIP-3 был хрен знает еще когда. Они мне сейчас только дали призы. Странно все это кажется. Ладно, хорошо, давай здесь заберем. Так, 30 брюлей мы забрали с вами. Давай зайдем в события и посмотрим, что у нас здесь. Так, 53 часа заканчивается, ребята, ивент через это время. И мне нужно накопить. Но я вряд ли успею, ребят, смотрите. 767 у меня вот этих вот кристаллов. Да, не успею я, короче... Так, а что у нас тут? Мы можем с вами вот этот вот открыть, да? Потому что, ребят, вот за 4000 брюлей я взял себе ящик. И, как видите, у меня камус здесь есть. Камуса сегодня мы, по идее, должны с вами проапать. Так что будем, наверное, к этому двигаться. Так, идем сюда, круг созидания. Находим камуса. Камус у нас нежить. Да-да-да, вот он, ребят. Ну что же, давайте... Так, выбираем первого. Я помню прошлые наши ошибочки, поэтому не будем больше так делать. Берем зомби и кого же... Оу, ребята, по идее мне вот этот вот нужен. Ну ладно, фиг с ним, давайте его захоркаем. Так уж и быть, сделаем синтез. Вот так вот, все, отлично, ребята. Мы его проапали, остается только лишь потом прокачать. Что у нас тут? Ага, спасибо большое. Лишний реворд никогда не бывает лишним. Так, давайте зайдем сразу в компанию, заберем все, что у нас здесь накопилось. Это я и в плане трофеев. Так, ну тут еще получаем 100 кристаллов. И вот так вот. Кстати, да, ребят, мы с вами можем прогуляться. Прогуляться в плане того, что у нас открылись дополнительные уровни. И можно, в принципе, этим заняться. Так, что же нам сделать? Давайте камуса поставим сюда. Сохранить, пускай стоит. Ну и давайте глянем, в конце концов, у нас здесь должно что-то прекрасное и хорошее для нас выпасть. Ну, мне, по крайней мере, хочется верить в это. Сейчас будем проходить. Опять же, ребят, мы пройдем здесь с вами не очень много, потому что, как обычно, дойдем до определенного места и нам скажут, поднимите себе уровень. Это само собой разумеющее. Ну ладно тебе. Да мы тут непробиваемые, так что я даже не парюсь, видите. Так, змеюшка моя, отлично. Победа. Ну, ничего хорошего нам не дали. Поехали дальше. Так, здесь тоже, в принципе, ничего такого сверхъестественного нету. Сейчас мы по-быстренькому здесь тоже разберем. А скорее всего, вот здесь, ребят, нам скажут: парень, тебе нужно получить еще пару уровней, чтобы продвинуться дальше. Но не будем забегать вперед, посмотрим. Так, 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 давай-ка, давай-ка пробиваем. Вот и все, делов-то, ребят, на копеечку. Ну, даже броньку дали. Ну, эта бронька уже, ребят, для нас ничто. Вот, как я и говорил, нужен 104 уровень. В общем, дошли мы с вами до нашего предела. Теперь остается только лишь качаться. Так, забираем здесь реворд. Ага, замечательно. Давай зайдем в поместье и... Посмотрим, что у нас по рейду. Ага, я могу подраться. Ну что же, вперед. Сейчас быстренько мы это, ребята, вот так вот промотаем. Я еще разок могу подраться. Давай сделаем. Ну хорош, хорош, давай. Мы будем, ребят, пропускать это все, чтобы не смотреть, чтобы лишний раз время наше не тратить. Так, теперь. Куда идти-то? Свободный остров у нас. Так, в таверну, ребят, надо зайти сюда и посмотреть. Секунду, а что у нас по событиям? Давай-ка посмотрим по таверне именно. По таверне нам нужно сделать... Ага. 5-звездочные задания и 4-звездочные задания. Хорошо, значит, 6-звездочные и 7 нам трогать не стоит. Понятно все. Вот тогда давайте с вами и замутим это дело. 4-звездочные и 5-звездочные. Так, ясно. Давай здесь тоже заполним. Теперь обновим. Так, ага, 5-звездочное задание прикатило. Это хорошо.
Давай дальше обновлять. Здесь тоже мы с вами это дело замутим. Подожди, подожди, что ты делаешь? Мне нужно обновление. Что-то не хочет, ребят, нам ничего выпадать здесь нормального, как мы видим. Ага, четырехзвездочные, замечательно. И еще две попытки. Воу, ничего себе. Шестизвездочное задание нам привалило, ребят. Это хорошо, на будущее нам это все пригодится. И пятизвездочное, все. Все, полностью мы с вами здесь забили. Все отлично. Когда у нас в следующий раз обновится ивент на таверну, да, мы с вами вот эти вот задания потратим и сразу же заберем реворд. Не будем лишний раз и лишнее время тратить на то, чтобы набить это все. Так, а что у нас тут в поместье показывается? Я не могу понять. Ну, мельница. А, заказ. Хорошо, давайте мы заберем это все. И новенький себе оформим по-быренькому. Ну что ж, дорогие мои друзья, продолжаем играть с вами в Idle Герои. Так, забираем все. Так, отлично. Круг. Подожди, давай по... не по достижениям, ребят, а по заданиям. Так, выполните два раза длань Мидаса. Ну, это само собой разумеющее. Сейчас мы это сделаем. Забираем. Так, играть два раза в лотерею. Ну, это вообще проще простого. Кстати, нужно посмотреть, у меня нет случайно элитных жетонов. 80 тысяч, очень мало. Ну, 30 видовской пыли. Тоже мало. Забираем. Давайте заодно и посмотрим, есть ли или нет. Все-таки у меня здесь... Вау! 9, ребята. Слушайте, а может быть рискнуть пару разиков крутануть, а? Давайте попробуем. И... Ну, неплохо, неплохо. Что еще нам здесь выпадет? Ай, а вот это вот не хотелось бы. Ну дайте что-нибудь путевое-то. Ай, все не то. Ладно, не будем, ребята, тратить больше. Подарить 5 сердечек друзьям. Как скажете. Это проще простого. Давай, босс умер. Я рад, что он умер. Так, выполнить 2 задания таверны. У-ху-ху-ху. Так, у нас еще, ребята, до сих пор все активно, к сожалению. Ладно, ничего страшного, подождем. Так, изготовить 3 снаряжения. Ну, давайте сделаем вот этот лук. Что мы еще с вами можем заклепать эдакого? Давайте вот эту броню сделаем. Замечательно. Ну и вот эту вот. Все. Все, что могли, мы сделали. Так, забираем. Выполнить базовый призов. Ну, давай сделаем и базовый, и... Ага, такой у нас не получится почему-то. Потому что у нас нет свитков, ребят. Ладно, сразиться на арене. И что у нас еще? Выиграть 2 раза в рейде. Вот это мне пригодится. Давай, быстренько мы с вами пробежимся. Так, 150. И еще 150 тысяч. На деньги они, ребята, жадные, жадные. Это видно по ним. Так, давай здесь посмотрим. С душами тоже как-то не особо хорошо получилось. А здесь? Давай посмотрим. О, зато с осколками, ребята, сегодня у нас фурор. Ладушки забираем. Так, сразиться 3 раза на арене. Ну что ж, давайте сразимся. Так, первый. Давай, второй. И последний, третий. Все, закончили. Забираем свой подарок. Что у нас остается? У нас остается выполнить 2 задания таверны, да? И выполнить 1 героический призыв. Хорошо. Давай посмотрим здесь кое-что. По таверне у нас только 4-звездочные и 5-звездочные задания нужны, потому что остальные все сделанные. Здесь у нас по синтезу идет. Ну, мы сегодня с вами Камуса сделали. Погоди-ка... Кого же я делал в пятизвездочного? А, носорога, я вспомнил, ребят, носорога, да. Здесь у нас ничего нету, что это за событие?
А, ну это как обычно донат. Да, будем с вами копить. Сутки, ребята, у нас осталось. Но я вряд ли 6000 алмазов накоплю. А вот, вот, пожалуй, на этот я смогу накопить. И я, кстати, хочу, да. Во-первых, броня мне не помешает. Во-вторых, призов. Так, а здесь? Ага, и здесь тоже броня. Блин, что ж такое-то? Всего-то нужно, знаете, сколько? 3600. Блин, не получится, наверное, ребят. Хотя, если мы зайдем в таверну и посмотрим, у нас задание на что? Ну, тут 84, сколько? Этого мало, естественно. И все, ну, тут 80. Черт, маловато. Не хватит, я боюсь, у нас. Так, ну что, пойдемте сделаем задание на свободном острове. Сейчас вот это все позабираем, посмотрим, что у нас тут. Вскрываем, естественно. О, осколочек. И вот еще. Так, ну что, очень много островков, поэтому давайте сделаем быстренько с вами по рейду. Всех завалил, да? Ну да, абсолютно всех. И теперь попробуем босса одолеть. Получится это или нет у нас? Получилось. Все, отлично, ребята. Моя совесть чиста здесь. И можно переходить уже, наверное. А испытание храбреца у нас откат? Ну, ё-моё, еще целый час. Ладно, потерпим, подождем. Давайте вот здесь вот я заберу кое-что. Да, мало, конечно, осколков, ребят. Но офигеть сделаешь. Так, рейд. Вот так вот, все. Больше попыток у меня, к сожалению, нету. Всего лишь две. Маловато, конечно, как-то. Так, давайте заглянем в рюкзак и посмотрим, что мы с вами. Так, этого я забираю. Призвать. Здесь тоже забираем. И вот здесь. Ну что же, неплохо. Оу! Ха-ха. Особо красная чудо-вещь, ребята, у нас сейчас получится. И... ё-моё, это что такое? Это у нас рука мастера, артефакт. Так, 23% увеличивает вред пастору и 680 силы. Так, ограничение активации свойств бастионные. Плюс 25% урон навыкам. Как вот это вот понимать, ребята? Ограничение активации свойств бастионные плюс 25%. Это что такое за бастионные? Вот если кто, ребят, знает... будьте добры, мне напишите. Очень интересно узнать, что это за бастионные. И заодно напишите, хороший ли это вообще артефакт, стоящий или нет. Ну, я думаю, что красное чудо вещь, по идее, должна быть стоящая. Так, куда мы еще давайте в компании заберем. Е! 103-й левел я получил. Поздравляю сам себя. Ну и вас тоже, ребят, поздравляю. Так, что же нам еще сделать? Здесь мы забираем. Выполнить задание. Так, героический призыв. Ну, ё-моё. Неужели у нас... подожди-ка, а мы свиточек, наверное, можем купить на рынке, да? Давай глянем. За бабло что, не продают, что ли? Ну вот хитрожопые, а. Не продают за деньжата. Так, у нас здесь... не хочу, не буду я пока здесь ничего делать. В алтаре. Давайте вот это вот удалим, расщепить. Так, ну что же, давайте, наверное, маленечко с вами прапаем Камуса. Ух, красавец, ребят. Ну, крикун. Эволюция. Отлично. И погнали. Все, ребят, нехватка душ. Так, что сменить? Нет, мы не... я знаю, что он... кстати, мы посмотрим сейчас, ребята, вот на этот артефакт. Ага, кстати, вот, ребята, если кто не видел, у меня новый артефакт еще есть. 25 к скорости и 6% к жизни. Это кольцо путешественника. Тоже, кстати, напишите, хороший этот артефакт или нет. Я больше уверен, что есть какие-то базы по артефактам. Так, да, я, кстати, хотел... хотел и сделать ей пробуждение. Но, как видите, раз, два, три. А, в принципе, все. Все у нас подходит, ребята. Давайте пробуждать.
Для чего я носорога, в принципе, и делал. Вейса, пробуждайся, родная моя. Ха-ха. Слушайте, смотрите, что нам нужно в следующий раз. Вейса. Я помню, кто-то из подписчиков говорил: Рэй, только не расщепляй или не втюхивай Вейсу. Теперь я понимаю, зачем он это писал. Она действительно нам нужна будет. Потом можно будет сделать еще одного шестизвездочного героя. Или же Геру спустить. Напишите мне, ребят, в комментариях. И пятизвездочных... Ага, нужно будет еще два пятизвездочных героя. Но это легко сделать. Это мы, может быть, даже со осколков, ребят, с вами можем выбить. Ух, ё-моё. У меня Вейса получается самая крутая. Теперь по прокачке. Ну что же, я поздравляю нас. В плане, я могу заменить топор? Да ладно, неужели... Да, ребята, красное чудо вещь. Так, 680 силы атаки дает, да? А до этого у нас было что? Так, блин. Сколько дает оно? 680 силы атаки. Дайте-ка я посмотрю. Я просто хочу сравнить, ребят, что вот за артефакт был. Так, где он тут у нас? Ё-моё, где посмотреть-то? А, вот он. Ну, понятное дело, тут всего лишь-то 8 к силе, да, 8% к силе атаки и 3% к точности. Причем он раскачан у меня, по-моему, полностью, ребят. Сейчас мы посмотрим, кого можно на этот топорик подсадить. И, блин, подожди, будут такие? Ну, например, Рос не против, я смотрю, да? Ну, я поставлю, наверное... Давай сюда. Вот так вот мы сделаем. Так. Кто-нибудь еще у нас? Вот, Кроссу. Пускай одевает. Так, Айден, давай-ка поменяем тебе шмотки. Гера пока перебьется. Камусу. Ну и, видимо, все, ребята, у нас все четко. Все прекрасно. А чтобы тебя пробудить, нужно 4 пятизвездочных героя. Ёлки-палки, ребят. Сложновато. Давайте посмотрим, у нас может быть в кругу созидания. Оу. Могу сделать. Так, сейчас посмотрим, секунду еще. Не будем спешить. Так, здесь пусто. Ну, про этих я вообще умалчиваю. Ну что ж, давайте, наверное, мы с вами... Сделаем вот этого чувачка. Пятизвездочного, почему бы и нет? Синтезировать. Давай, заодно инвентарь себе, ребят, немножко разгрузим. И получим плюшки. Так. Так, подожди, 4 нужно. 1, 2, 3, 4. Здесь 1, 2, 3. Так, выбрать. Здесь 1. И здесь 4. Так, кого же мы возьмем? А в принципе без разницы, ребят. Давайте вот так вот сделаем. Вот так. Синтезирование, погнали. Хорошо. Ну что же, забираем ревард. Так, 913, ребята, у меня кристаллов Альтара. Боюсь, не накоплю, не успею. Хотел, конечно же, себе на Валентина скопить, но не получится. Где-то продинамил время, где-то еще что-то. И совсем капельку, ребята, не хватает нам. Ну что же, больше мы сегодня пока... Вот я думаю, сможем ли мы с вами, кстати, башню пройти дальше или нет. Давайте попробуем, а? Давайте-ка попробуем. Мне просто очень это интересно. Возьмем Камуса и возьмем Джахру. Хотя кто-то мне писал, что любой шестизвездочный герой лучше, чем пятизвездочный. То есть, получается, лучше брать Айдена, да, например, чем пятизвездочного Валентина.
так? Если я правильно понял, ребят, то напишите мне, пожалуйста, в комментариях. Давай я возьму, попробуем, вот, уберу я, например, и возьму Айдена, да, и, ну, например, Норму. Поехали. Посмотрим. Оу, это кто, Камус, что ли, в камень их превратил? Так, тихо, 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 не надо буянить. Где моя змея, блин? Вот она, вышла, родная. Слушайте, ну, здесь мы с вами прошли, я получил сапожки. Двигаемся сюда. 301 этаж у нас. Тут у нас гномы, да? Так, ладно. Слушай, ну Вейса, конечно, вообще непробиваемая. Минус. Оу, тут вообще изи. Изи каточка, ребят, получилась. И мне нравится. Меня вполне устраивает моя команда. Замечательно. Двигаемся дальше, посмотрим, докуда мы с вами дойдем. Так, поехали. Д01, да? Который, кстати, блокирует, ребята, по-моему, использование магии, если я не ошибаюсь. Сейчас дождаться только надо змеи моей. Да ладно. Опс. Смотри-ка, выстояли. Ну давайте, давайте, роняйте их. Есть. Ну что же, с этими роботами мы с вами справимся элементарно. Отлично. Поехали тогда далее. Давай посмотрим здесь, как у нас пройдет все. Слушайте, я думаю, что хорошо пройдет. Тут у нас кто? Лемон Гайден, да? Так, смотрим. Хотя вот эти вот ребята, каменные големы, вот эти вот они крепкие. Но не в этот раз. Отлично. Так. Барак. Сеньор Барак. Ну ладно, давайте попробуем, посмотрим. Слушай, что такие крепкие-то? Воу-воу-воу-воу, тихонько. Кстати, нам нужно посмотреть, ребята, на моего питомца. Набрал ли я осколков для того, чтобы ее прапать или нет. Мне нужно было 8000. Последний раз, я помню, у меня было 4 или 5 тысяч. Надо будет глянуть. Так, а вот здесь уже пошла у нас темнота. Ух ты, 50 осколков, ребята. Это, считай, целый персонаж. Фух, ну, ребятушки, не подведите меня. Хотя с тьмой драться себе дороже, ребят. Воу, 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 воу. Вейс у меня нормуль, выровнялись. Да нет, ты... Да ладно, как? Фу, ну, может быть, ребят, нам здесь повезет. Отлично. Слушай, ну задний ряд вообще просто упал. Офигеть, да, они раскормсали. Ну что же, вот у нас, считай, герой один появился сразу же. Причем на огонь. Так, давай дальше посмотрим. Так, здесь у нас кто? Кальмары. Скелеты. Убийцы. Тихо-тихо-тихо, не надо, не надо задние ряды мне, пожалуйста, колбасить. Оу, да они ватные. Слушайте, вот против нежити у нас вообще нормально получается, да? Смотрите. Разбор полетов великолепный просто. Так, секунду, ребятушки, дайте я... Мне прям не терпится призвать его. Ну, посмотрим, кто нам выпадет. Ну что же, ладно, хорошо, я не против. Нам тем более нужны герои земли. А я думал, что огонь будет, но нет. Так, сколько тут еще? 2.50. Слушай, тут 50 минут. Долго-долго ждать-то, ё-моё. Очень долго. Ну что, попробуем дальше разобраться, да, в башне. Я думаю, никто не будет против. Я думаю, что никто не будет против. Поехали. Так, у нас здесь Бат. Шестизвездочный причем. Да не только он. Там много героев противных. Ну-ка посмотрим. Хорошо идет. О, вообще чудесно. Слушайте, ребята, я не могу понять, а кто у нас в камень превращает? По-моему, Камус, да? По-моему, у него такая возможность превращать в камень. Так, тут у нас кто? О-оу. Тейлор и Гера. Ну, давай попробуем. Слушай, хилок очень много здесь. А, еще и... Как там? Звезды. Звездопад, блин.
Ты смотри, как они разбирают. Эй, Вейсу-то не трогайте, пожалуйста. Хламоны. Ты смотри, разобрали опять. Вот как у них так получается? Ёпарсеты, по-моему, нам хана, ребят. Слушайте, если бы не моя змея, нас бы разобрали. Поверьте мне. Змея просто снесла задние ряды там вообще в хламину. Кстати, я же хотел посмотреть на моего питомца. Давайте-ка мы глянем. Так, нам нужно есть. Ребята, нам хватает. Эволюция. Ёпарсете, вот это круть. Хо-хо-хо. Вот это крутая змейка у меня теперь. Так, ну что ж, давайте повышать. Кстати, а что нам дает? Не знаю, ребят, давайте повышать. Блин, у змея классно смотрится. Так, ну что же, давайте еще разочек, ребят, сходим сюда, посмотрим, сможем ли мы здесь одолеть врага. Ну и будем, наверное, закругляться. Так. Ну-ну-ну, вот как меня вот эти вот стрелки раздражают, ё-моё. Ну, они сейчас поплатятся за это, я вам точно говорю. Смотри, у них здоровья практически не осталось. Упс. Змея, конечно, делает дела, ребят. Так, ну ладно, давай еще вот с этими, со светлыми поделимся. Тут как раз арбалетик выпадает. Может быть, нам пригодится он. Но эти у нас, это свет. Они злые. Так, если змея успеет выйти, то им хана. А она успела. Нет, ребята, им не хана. Они высели. Есть. Фух. Слушайте, ну хорошо, это уже 311 этаж у нас в башне. Я думаю, что нормуль. И это, наверное, не предел, мы дальше с вами можем пойти. Но это уже будет, ребята, в следующей серии. Всем большое спасибо за просмотр. С вами был Рэй, так что до новых следующих видосиков, ребята.